Ну что ж, добрый вечер. Мы в Марокко. Тяжело было сюда добраться, скрывать не будем, но мы здесь. Получилось. Что по гонке, хотелось бы сказать. Будет тяжело, жарко, песчано. В целом, на что хотелось бы обратить внимание, это большое количество участников. Действительно, огромный респект Давиду Костыре за то, что он в это непростое ковидное время, да, собрал здесь такое большое количество участников. Сегодня устроили небольшие тесты, проверили машинку, поднастроили подвесочку, покатались по дюнеткам здесь рядом с биваком. Гонки готовы. Завтра пролог. Где вы живете? Живем на биваке в прекрасных шатрах с туалетом, с душем, с красивыми большими кроватями, с хорошим постельным бельем, и это круто. Сейчас находимся в столовой зоне, только что закончили трапезничать, пойду спать.